Звонит мне вчера Витальсон, там дом спирт 2 продают. Поехали скорее. Приезжаем мы в этот магазин, там народу как будто второй раз Макдональдс открывают. Витальсон такой, мы алкоблогеры, нам обзор снимать, мы без очереди. Ни одна сволочь не пропустила. Хватают эти дом спирты, как горячие пирожки. Кто два, кто три, мне жене по пятёщей кошке. В общем, стояли мы с Витальсоном, всю ночь в очереди. В итоге Витальсон купил два Дом Спирта 2, а я купил один самогонный аппарат. И для вас ссылочку. Переходите по ссылочке, заказывайте Дом Спирт 2 и получайте подарок. Не забудьте подписаться на мой канал Самогон от Че Гевары. Там уже есть свежий обзор на Дом Спирт 2. Ну и конечно там будет продолжение истории, как мы с Витальсоном Дом Спирт 2 покупали. перемен и перемены к нам пришли приветствую вас братья самогонщики надеюсь эти перемены нас не разочаруют а наоборот только порадуют пришло мне две посылки от дом спирт и там дом спирт 2 обновленный самогонный аппарат давайте откроем эти посылки и посмотрим что там как же дом спирт изменился буквально за один год я всегда люблю говорить, что упаковка товара ⁇ это очень важный момент, и производитель должен относиться к этому со всей ответственностью, дабы товар, который вы заказали, пришел к вам в целости и сохранности, и чтобы даже российская почта не смогла его повредить. Как видите, у дом спирта с этим полный порядок, пенопласт внутри, пенопласт снаружи. А теперь давайте же извлекем из коробки все содержимое и посмотрим, что там. В сундуке был заяц, в зайце утка. Давайте я сейчас достану все эти коробочки, распакую их и покажу вам и расскажу обо всем во всех деталях. Все дополнительное оборудование, которое было в кубе, я достал. Мы рассмотрим с вами его чуть-чуть позже. А сейчас я предлагаю заняться непосредственно кубом. И мне захотелось сравнить куб от Дом Спирт 2 с кубом... Да, с тем самым кубом от Дом Спирт первой серии. Это тот самый Дом Спирт, который я выкидывал на протяжении нескольких роликов, пытаясь вам намекнуть, что грядут глобальные перемены. В чем же эти перемены, давайте мы с вами сейчас рассмотрим. В комментариях некоторые не очень умные люди пишут, что это все реклама. Чтобы убедить вас, что обзор он все-таки от рекламы отличается, я сделаю следующее. Я буду вам показывать то, что было, и то что стало то есть я покажу вам как я критиковал некоторые моменты куба дом спирт 1 и как эти некоторые моменты в кубе дом спирт 2 производитель исправил я лично работал с производителем и убеждал их что вот эти самые моменты стоит исправить ну, давайте все это посмотрим Давайте начнем все-таки с того, что осталось неизменным и в дом спирт 1, и в дом спирт 2. Ну, во-первых, если сравнивать оба куба, то мы видим, форма куба осталась прежней. То есть по внешнему виду видно, что ручки абсолютно одинаковые, приварные. Вот этот куб в эксплуатацию у меня уже больше года. К ручкам никаких претензий, очень удобные. Ничего не отвалилось. ну Думаю, что и э, в дом Спирт-2 все будет хорошо. Дальше э, мы видим, что логотип остался прежним. И в дом Спирт-1, и в дом Спирт-2. Э, также у нас осталась зиговка. Она и в первом, и во втором случае на своем месте. Э, давайте заглянем внутрь куба и посмотрим литраж нанесена шкала литража. Максимальная метка стоит на 37 литров. Здесь точно так же в дом спирте 2 нанесена шкала и точно так же крайняя метка 37 литров. Ну а теперь давайте посмотрим, какие же у нас отличия по кубу. По крышкам потом скажу немножечко отдельно. Так, во-первых, что сразу же бросается в глаза? Это расположение Крана. У дом-спирта кран располагался посередине между ручками. У дом-спирта 2 кран располагается под ручкой. И давайте теперь э, вспомним мое обзорное видео по дом-спирту 1, что я насчет этого говорил. Я имею в виду про расположение крана. Так, и сразу же вижу непонятное решение. Но вот почему здесь-то сливной кран оказался? Он же должен быть здесь под ручкой. Это же классика жанра. Уже э, всем производителям это сто раз объяснили. И все производители делают именно так. Ну ладно, у Дом Спирта это первый куб. Э, могли что-то и накосячить слегка. Насчет этого крана я лично разговаривал с производителями убеждал их что крану самое место не в центре а как раз под ручками но ну, вот тогда мне производители говорили что э, вот такое расположение под ручками это не очень такой интересный дизайн нет какой то симметрии а вот здесь очень все хорошо и симметрично но все таки э, как вы видите логика и здравый смысл а также мои убеждения преобладали э, над каким-то э, второстепенным э, качеством, таким как дизайн. И дом спирт принял решение. Кран занял свое э, законное место, где он и должен его занимать. Э, сейчас, наверное, новичкам не очень понятно, да какая разница, где располагается этот кран. Под ручкой или посередине. Но давайте я для новичков кратенько покажу и расскажу, почему именно под крышкой, под ручкой. Дело в том, что я помню эту тему, еще поднял Павел Счастливчик, когда он со своими подписчиками конструировал идеальный перегонный куб. И вот тогда и было такое принято разумное решение, что кран должен быть под ручкой. Почему? А потому что, когда вы будете сливать борду с куба, то вы будете э, применять такое минимальное усилие для того, чтобы поднять куб. Смотрите, одной рукой наклоняете его и борда сливается. А вот когда у вас кран находится посередине, то взяться одной рукой и попробовать там перевалить куб, у вас уже не получится. Нужно будет задействовать две руки, и причем положение кисти, видите, будет э, на выкручивание. То есть э, нужно будет при, э, предпринимать какие-то максимальные усилия. Вот исходя из всего этого, и было такое принято разумное решение, которое потом было подхвачено буквально всеми производителями, и все... Уважающие себя производители начали ставить кран именно под одной из ручек. Смотрим дальше, что же еще Карди... кардинально так изменилось. А это изменилась вот эта вот гильза, вот этот термопорт под термометр. Давайте послушаем, что я о нем говорил про обзоре на дом спирт-1. Немножечко меня вот конструкция вот этой гильзы, расстроило. Смотрите, вот повнимательно, да, видите, один а, кембрик очень а, плотно одет а, на, на щуп, второй свободненько. И как это все должно быть работать? А, дело в том, что, смотрите, а, вот один, вот этот, который посвободней, он одевается вот сюда, на гильзу, так, ну одной рукой не получается, но вот а, одеть его можно, да? Так, все, вот, видите, одел. Да, а потом, потом, потом вот термометр а, щуп вставляется, и вот, вот этот плотный кембрик из силикона нужно а, вот сюда заправить, вот в этот. А, это вообще вообще неудобно. Здесь нужно производителю что-то подумать. А, у Люкстайла, как вы знаете, здесь все сделано под гайку. Я думаю, что дом спирт все-таки поняли, что реально вот такая гильза она очень-очень неудобная, и поэтому вернулись вот к такому проверенному и абсолютно а, правильному и хорошему решению гильза с гайкой с уплотнителем плюс, как вы видите, диаметр гильзы гораздо больше, а, чем это хорошо, а это тем хорошо, что Любой термодатчик любого диаметра сюда войдет. То есть если у вас есть какая-то автоматика, то там, скорее всего, она комплектуется датчиками на 6. И вот эти датчики на 6 вот сюда вот не входят. У меня лично есть такая автоматика, и вот мой датчик сюда не помещается. А вот сюда теперь мой датчик помещаться будет. Ну и я вам это, конечно же, продемонстрирую прямо сейчас. Это у меня пит регулятор. Использую я его обычно при варке пива, либо когда а, делаю какое-то сусло, а, где нужны какие-то термопаузы. И вот посмотрите, вот такой а, крупный крупный датчик. Сюда он входит легко, а сюда не входит вообще никак. Поэтому по этой гильзе, конечно же. Абсолютный зачет, так же как и по расположению крана. Ну и какие еще есть изменения по самому кубу. Если смотреть в отношении вот этого логотипа, то у первой версии дом спирта кламп под Тен был вот с этой стороны. С правой сейчас он в отношении логотипа переместился вот сюда слева. Наверное... Кто-то в комментариях напишет, что хорошо было бы, если бы еще вместо а, вот такой гильзы под кран стоял вот такой же кламп на два, чтобы можно было что-то дополнительно туда поставить. Uh, действительно, иногда есть случаи, когда нужно поставить тен и поставить, я не скажу, что еще один тен, но поставить, допустим, еще какое-то дополнительное оборудование. Какое? Я уже вам как-то показывал на примере Куба ЛюксТайл, у которого как раз таки сделана такая конфигурация, что есть здесь один кламп и здесь есть второй кламп. Uh, Опять-таки, можно даже на такой кламп ставить кран-бабочку, чтобы очень быстро сливать сусло. Но, как говорится, производитель растет и работает над своим кубом. И, возможно, уже в какой-нибудь э, дальше линейке Дом Спирт 3 мы увидим, что появилась оба клампа. Так. По саму кубу все. А, да, насчет прокладки. Прокладка абсолютно не изменилась. Ее не было смысла менять, потому что это очень удачное решение. А, в чем оно удачное, я когда-то показывал уже на примере и куба от Люкстайл, и куба а, вот этого Дом Спирт 1. А, смотрите, здесь получается так. А, прокладку... Обруч, обруч не зажимает, то есть не режет ее. Прокладка находится между двумя отбортовками и давление на нее осуществляется только вот э, посредством этих отбортовок. То есть это очень хорошо, очень надежно, э, хорошо все затягивается, ничего нигде не трает и, в принципе, эта прокладка вечная. Так, давайте теперь э, рассмотрим Рассмотрим крышки. И вот здесь, конечно, вы сразу же видите, что на дом спирт 2 появился на выходе кламп 3. Напомню, что на дом спирт 1 кламп был с выходом на 2. Сразу же вопрос, как повлияет это на работу тарельчатой колонны? Мой ответ, в принципе, никак. Что, что у дом спирт э, кламп с выходом на 2 никак не влиял на работу трехдюймовой колонны, то есть, он никак не увеличивал э, с, мощность подачи, то есть, мощность подачи была 3 киловатта. Что вот здесь трехдюймовый кламп. Он также никак не повлияет, вы не сможете подавать больше 3 киловатт, потому что конструкция самой колонны не позволит это сделать. Тогда вопрос, зачем производитель так изгалялся? Производителю за это нужно сказать, в принципе, спасибо. Он дал нам возможность ставить на свой куб не только свою колонну, но и какое-то другое оборудование. Возможно, кто-то из вас... В дополнение к самогонному аппарату Дом Спирт прикупит и еще реколонну насадочного типа, либо, допустим, докупит какое-то дополнительное оборудование, ну, например, МЦ с выходом на 3 дюйма. То есть вам уже не понадобится никакой переходник с 3 на 2. Все здесь уже предусмотрено производителем. И, в принципе, как вы знаете, в свете последних тенденций все оборудование делается трехдюймовым. Да, не сказал вам еще отдельно про сам вот этот кран, а именно про э, вот эту ленту подмоточную, которая идет в комплекте. В комплекте э, была вот такая лента. Сейчас, кстати, я... Пытаюсь в голову каждого производителя вложить такую здравую мысль, что вот от этой ленты нужно уже давно отойти. То есть есть прокладки, которые просто ставятся сюда. И, кстати, самые лучшие это даже не силиконовые, а второпластовые. Я, кстати, сейчас таропластовые прокладки использую везде. Особенно, допустим, когда нужно поставить быстросъем на холодильник. Отлично держат. И вот, вот этого ничего не надо. Все, это уже все вчерашний день. Ну вот в прошлом обзоре по Дом Спирту 1 я опять-таки говорил, что вот такая фумлента для подмотки. Это, конечно, уже Мовитон, и от нее нужно отходить и использовать фторопластовые прокладки. Но производитель пока еще к этому не готов, не готов ни в техническом смысле, то есть никакого, видите, не нужно ухищрения, чтобы просто положить в комплект старопластовую прокладку. И на эту старопластовую прокладку кран ставится легко и быстро, буквально там за 5 секунд накрутили его от руки, от руки чуть-чуть поджали. Все очень хорошо и все очень надежно. Производитель пока к этому не готов психологически. Но ну, думаю в свое время, уже на дом спирт 3 мы точно не увидим вот этой фум ленты а увидим второпластовую прокладочку так что еще у нас изменилось в принципе вот этот обруч он не изменился но немножечко изменилась вот эта ручка давайте вам ее покажу в принципе это вообще не принципиально была она вот такая, стала вот такая. Остальное все осталось прежним. Обруч не из оцинковки, как делают многие производители. Обруч сделан из нержавейки, а значит с ним никогда и ничего не случится. Как видите, производитель двигается в правильном направлении. Все, что было хорошее в дом спирт осталось. Все, что было недоработано в Дом Спирт, производитель доработал в Дом Спирт 2. И если так пойдет дело, то уже в следующей серии мы можем реально получить идеальный перегонный куб. Давайте теперь рассмотрим непосредственно саму тарельчатую колонну и все дополнительное оборудование которая идет в комплекте к самогонному аппарату. Так, давайте посмотрим конфигурацию тарельчатой колонны, которая идет к Дом Спирт. Ну, а потом вспомним, какая конфигурация была у Дом Спирт 1. Итак, в комплекте идет две колонны. Одна колонна это медная, шестиэтажная, с провальными тарелками. Она идет уже полностью собрано. То есть все диоптры на месте, фланцы верхние и нижние, все скручено на шпильке, Никаких манипуляций с ней делать не нужно. Просто берите, ставьте на куб и пользуйтесь. А вот вторая колонна с нержавеющими тарелочками, она идет в разобранном виде. То есть отдельно стекла, тарелки, фланцы и отдельно шпильки. Шпильки, как вы видите, здесь составные, то есть шпилька не целая, она состоит из двух частей и соединяется посредством вот этой гайки. А здесь ее нужно будет отрегулировать так, чтобы натяжка была не сильно слабая, ну и не перетягивать, опять-таки, чтобы где-то у вас стекло диоптра. Не лопнуло. Как собрать колонну, которая идет в комплекте? Колонна идет в разобранном виде. Отдельно диоптры, отдельно шпилька. Шпилька двухсоставная. Сначала собираем диоптры. Ориентируем переливные колпачки так, чтобы они смотрели вниз и не пересекались. Стояли в шахматном порядке. Дальше берем две шпилечки. Ориентируем их по соединенные муфти, чтобы они доходили ее до ее середины. Вкручиваем в муфту. Вот эти контрагайки в комплект не входят. Я их поставил дополнительно. После того, как мы закрутили в муфту шпильки, контрим. И устанавливаем таким образом все три шпильки. Накручиваем гайки сверху и снизу, чуть-чуть подтягиваем, измеряем расстояние. Оно должно быть между фланцами 54 сантиметра подтягиваем и уже контрим гайками. Вот так вот. Все легко и просто. В принципе, ничего сложного. Каждый с этим, я думаю, может легко и просто справиться. В комплекте идут два вот таких ключа. Знаете, обычно вот такие ключи производители делают из какой-нибудь жестянки. Но вот эти ключи меня честно Поразили, посмотрите специально взял штангель циркуль, замерил толщину, получилось 3 миллиметра. Вот такой ключ не согнется, не деформируется. Ну, у меня все получилось скрутить довольно-таки быстро. Хотел бы еще сказать, какие главные претензии были у самогонщиков по именно стеклянной колонне. Дом Спирт 1, а именно по стеклам Дёпров. Самогонщики жаловались, что края стекол как-то неровно отпилены, не зашлифованы. В своем обзоре я на это тогда не обратил никакого внимания по очень простой причине. Дело в том, что дом спирт мне тогда присылал вот такие уже полностью собранные колонны. И я их, естественно, не разбирал и не смотрел, что там со стеклами. А вот многим самогонщикам они приходили в разобранном виде и в комментариях к видео и в личных сообщениях, они мне вот на это жаловались. Давайте сейчас посмотрим, что со стеклами. Ну вот смотрите, видите, абсолютно все ровно, все хорошо зашлифовано, никаких заусенец нет. Да, кстати, я потом э, разбирал свои специально колонны и смотрел, что да, стекла плохо зашлифованы и вот так вот вы не, смож... не смогли бы вы по ним пальцем поводить, могли бы палец порезать. Все, Дом Спирт это все учел и справился. Видите, абсолютно ровные а, срезы. Все абсолютно хорошо зашлифовано, и вот никаких а, претензий нет. А, кстати, эту проблему тогда тоже озвучивал производителю. И производитель, как вы видите, двигается в абсолютно правильном направлении. Все такие претензии, которые объективные и реальные, производитель учитывает и с недостатками борется. И не только борется, но и побеждает их. Итак, как я, допустим, планирую использовать эту конфигурацию? Я сначала ставлю на куб, я имею в виду режим ректификации, ставлю на куб медную колонну. Сразу хочу обратить вас. Вот здесь в медной колонне есть термопорт. Вы ставите на куб сначала медную колонну, 6 тарелок, а потом ставите на куб еще 12 тарелок. Здесь вверху тоже есть термопорт под термометр. И в итоге получается у вас колонна, у которой есть в нижней третьей колонны термопорт и есть в верхней точке термопорт для того чтобы контролировать температуру. Но опять-таки, вы можете вот эту вставочку поставить в любое место. То есть можете ее там опустить на несколько тарелочек вверх или куда-то приподнять. Ну вот я поставил так. Вверху у меня будет и там где-то как я уже сказал, в нижней части можно будет температуру легко и просто отслеживать. Так, ну а теперь давайте вспомним, какая конфигурация у Дом Спирт 1 была. В Дом Спирт 1 в комплекте шли две вот такие вот стеклянные тарельчатые колонны. Каждая из них по 9 тарелок. В итоге получалось 18 тарелок. Ну, точно так же и как в дом спирт 2. Только здесь в комплекте шли чисто из нержавейки тарелки. Можно было дополнительно докупить э, вот такую тарельчатую колонну с 9 медными тарелками. Но вот Кто ее покупал, обычно ее покупали для дистилляции и, в принципе, надо было убирать там 3-4 тарелки. Вот я из своей 9-этажной медной тарельчатой колонны сделал 6-этажную. Кто-то убирал 4 тарелки, кто-то даже убирал 5 тарелок. Вот здесь конфигурация более такая, я сказал бы, универсальная. Вы можете использовать медную царгу для дистилляции. в принципе, 6 этажей создает такое вполне приличное укрепление в 92%. Если кто-то, конечно, любит более такой самогонистый вкус, ну, можно, наверное, еще две тарелочки убрать, оставить 4 этажа. Но ну, опять-таки, это все на любителя. Все, что касается дисселятов. Здесь 12 тарелок, здесь 6 тарелок. Состыковывайте, получаете 18 тарелок для ректификации. Как все это будет стоять на кубе, я вам покажу в конце видео. А теперь давайте перейдем к дополнительному оборудованию, которое еще есть в комплекте. Это дефлегматор, это доохладитель, это разворотный угол, кран. Ну и для крана есть, естественно, клампы. Сейчас мы это с вами все внимательно рассмотрим и я вам расскажу, что и для чего предназначено прежде всего давайте начнем, конечно же, с дефлегматора. Как вы поняли по вот этим двум выводам, это проходной демрот. Да, не у многих производителей есть в комплекте такой эффективный холодильник. И опять-таки с дом спиртом в свое время я на этот счет вел разговоры и убеждал, их, что самый эффективный дефлегматор это, конечно же, Димрод. И вот Дом Спирт все это рассмотрел, принял, к сведению и Димрот они сделали. Причем, смотрите, Димрод такой а, необычный сельфонная труба. А, кстати, димрод вот такого типа из селефонной трубы а, сделан у колонны Селиваненко и кроме того такие гемроты я уже тестировал у себя на канале именно вот из такой трубы изгофрированной. показывают они очень хорошие и замечательные результаты обязательно с вами потестируем сколько же он может утилизировать ну опять таки для этой колонны подаваемая мощность в режиме ректификации 3 киловатта посмотрим насколько эффективно он работает насколько рационально расходует воду на 3 киловаттах ну и конечно же поиспытаем его в режиме подстил но ну, вот в режиме подстил мы можем подавать столько мощности сколько у нас ее есть итак конструктив вы наверное уже посмотрели вот это сильфонная труба. Выводы, выводы здесь, как вы видите, сделаны под разъем камозу. Камозу достаточно разъем дорогой, но опять-таки это самый-самый надежный разъемчик. Камозу не идут в комплектации. В комплектации идет силиконовый шланг. Он одевается просто туда и зажимается вот такими вот хомутиками, а, то есть достаточно все надежно. Ну вот если у кого-то потом возникнет желание а, приобрести быстросъемы, вы можете это сделать и будете потом только этому радоваться, потому что вот силиконовый силиконовый шланг а, вот с этими хомутами ну, я вам скажу, конечно, такая бюджетная, бю бюджетный такой вариантик. Лучше, конечно, иметь быстросъемы. Так, а, здесь у нас, здесь у нас царга непростая, а, как видите, с неким секретиком. Что это за секрет? Это узел отбора по жидкости, интегрированный в саму царгу. То есть, по сути, это такой дефлегматор, в котором уже есть узел отбора, наверное, кто-то в комментариях покритикует такую конфигурацию, напишет, что лучше иметь отдельно и узел отбора и отдельно дефлегматор. Ну что ж, с этим можно от частично согласиться, но опять нужно понимать, что если взять, допустим, вот эту конфигурацию и отдельно дефлегматор и узел отбора, то все отдельное будет, естественно, стоить уже гораздо дороже. А производитель всегда старается удешевить свою продукцию. Но опять-таки вот здесь все сделано грамотно и удешевление не идет в ущерб качеству самогонного аппарата. Тем более, что вы видите, какое соединение производитель здесь применил. Здесь применены мини клампы. То есть это соединение я уже давно опробовал. Оно мне очень нравится. А давайте-ка вспомним, какой у Дом Спирт один был узел отбора. Если кто-то не помнит и у кого-то не было вот такого узла отбора от дом спирт-1, то вот я вам его показываю. Видите, здесь довольно таки тоже все было очень прилично сделано. Узел отбора по жидкости со смотровым стеклом был сразу уже сделан. Все вот это шло в комплекте, то есть производитель сразу же тут крепил и кран, и вот эту крышечку для того, чтобы пристегивать к ней холодильник. А в принципе, в чем неудобство узлов отбора, у которых идет игольчатый кран вот на таком соединении? Дело в том, что обычно производитель... Вот к этому соединению ставит не вот такую крышечку, а просто предлагает пристегивать до охладитель. И один раз собрав все это, вы уже, естественно, это все не можете разъединить, потому что здесь стоят такие одноразовые прожимные шайбы. То есть нужно очень-очень все хорошенечко затянуть. И если вы потом это все открутите, нужен будет новый комплект этот шей, потому что старые шайбы уже зажимать не будут. А вот с этим соединением все очень хорошо и классно. Здесь, как вы видите, обычный кламповый хомут, на который пристегивается... Кран. То есть, в любое время вы это все снимаете, разбираете. Это все ставится очень быстро, легко и просто. А вот за эту конфигурацию еще самогонщики критиковали Дом Спирт. То, что, а, что поставить здесь автоматику, опять-таки, а, я имею в виду, а, какой-то а, электроклапан. То есть, нужно было что-то здесь придумывать. Вот здесь придумывать ничего абсолютно не нужно. Просто берете электроклапан с кламповым соединением. Давайте я сейчас покажу, как это все выглядит. Вот видите, есть у меня вот такой электроклапан. Здесь кламповое соединение. И то есть вы ставите на кламповое соединение электроклапан и кран. И все это, как я уже сказал, очень легко и просто. И ставится, и снимается. То есть это очень все Удобно. И опять-таки за вот эти вот кламповые соединения, которые есть и сверху, и снизу. А, для чего вот здесь сверху я вам сейчас покажу. А, производителю за эти соединения большое спасибо. Это опять-таки шаг вперед. Я уже лично давно перешел на такие мини-клампы. Как видите, моя большая 4-дюймовая колонна. И на узле отбора, на холодильниках везде стоят именно вот такие соединения поэтому поэтому когда я увидел что дом спирт э, дошел до такой конфигурации я конечно этому не мог не обрадоваться вот таким образом кран подключается к узлу отбора на кране есть здесь стрелочка она показывает направление то есть барашек должен смотреть вот сюда, в правую сторону. Так, ну и сейчас давайте посмотрим, что из себя представляет дохладитель. А доохладитель, как вы видите, тоже пристегивается к крану. Вот на такое мини-кламповое соединение. Так, кажухотрубный холодильник. Внутри, как вы видите, идет три трубочки. Мы его потестируем, как он себя ведет производитель сказал мне, что они его испытывали и что он показывает довольно-таки хорошие результаты. Очень мало воды расходует. Как вы видите, здесь точно так же выходы под быстросъемы типа Камозу. Так, вроде под охладителю особо сказать нечего. Его нужно просто потестировать. Давайте-ка я его сейчас пристегну и покажу вам как это в общем виде все выглядит в режиме ректификации все будет выглядеть вот таким образом ну а теперь давайте посмотрим как этот самогонный аппарат будет работать в режиме первой перегонки это тоже очень важно обычно производители Конфигурацию, конфигурации первой перегонки уделяют не особо много внимания, а если делают, то что-то очень-очень замудренное. Вот дом спирт все продумал и сделал все это очень просто. Вот такую конфигурацию под стил я буду собирать, когда мне придется перегонять брагу. Давайте покажу вам конкретнее, из чего эта конфигурация состоит тарельчатая медная колонна. С одной стороны она будет собирать на себя сернистые соединения, а с другой стороны можно будет не только отслеживать брызгоунос, но и бороться с брызгоуносом. Дальше стоит вот такой разворотный угол. Напомню, что впервые он был применен на самогонном аппарате Lux Style 8. И именно вот такая удлиненная конфигурация этого разворотного угла появилась благодаря мне. Вот таким образом производитель предлагает на данном самогонном аппарате организовать режим подстил. То есть поставить одну из царг, дальше вот эту перемычку и дальше уже поставить холодильник. В чем же недостатки вот этой конфигурации? Основной и главный недостаток вот такой конфигурации – это то, что у вас в комплекте нет запасной царги, а значит вы не сможете сюда поставить ее у вас есть две царги, но они набиты спн И поэтому перед каждым перегоном браги нужно будет спн из царг высыпать, а потом спн засыпать. Вот над этим моментом почему-то не подумали инженеры люкстайла. А можно ли было сделать что-то, чтобы уйти от вот этой длинной царги и вот от этого бесконечного высыпания-засыпания СПНки? Есть такая теория, что в нашей вселенной можно все измерить с помощью линейки и секундомера. И давайте я сегодня измерю, на сколько же сантиметров инженерная мысль Люкстайла не дотянула до истины. Видите, я поставил на куб перемычку, а это холодильник. Поняли о чем я говорю? Смотрите: 12 сантиметров. 12 сантиметров инженерная мысль не дотянула до цели. Если бы инженеры Люкстайл сделали вот эту перемычку на 12 сантиметров в длине, то не пришлось бы городить огород с царгой. И я предложил Люкстайлу именно вот такую конфигурацию удлиненный разворотный узел при котором холодильник свешивается вот сюда за куб то есть если поставить вот сюда разворот то он будет выходить за куб холодильник будет свешиваться вот сюда за куб не будет в куб упираться и это было очень удобно это всем понравилось и буквально через несколько месяцев люкстайл уже сделал вот такую конструкцию ну а как сейчас вы видите эта конструкция Перекочевала на Дом Спирт 2. Так. Вот здесь стоит у нас узел отбора. Он выполняет в этой конфигурации функцию рассекателя пара. А это значит, что производительность холодильника за счет рассекателя пара сразу же увеличивается. В режиме подстил мы экран, естественно, закрываем, чтобы сюда пар не выходил. Дальше мы пристегиваем дохладитель до вот сюда. Когда э, вот этот холодильник стоит в режиме дефлегматора, то это просто трубка ТС. А в данном случае к ней, как видите, я пристегнул холодильник. И это дополнительно увеличивает э, производительность вот этого основного холодильника. Вот такая вот интересная конфигурация. Скоро мы с вами ее потестим как правильно подключать воду в холодильник в разных режимах. В режиме ректификации, когда холодильник выполняет функцию дефлегматора или в режиме подстил. Я вам потом подробно расскажу. Да, хочу сказать, что в комплекте идет вот такой дивертор, но Опять-таки не факт, что он к вашему крану подойдет, потому что сейчас большое количество разных кранов с разной резьбой и возможно, что вот эта резьба к вашему конкретному смесителю может не подойти. Что делать? Что делать? Нужно взять и сделать вашу сантехническую подводку отдельную врезку, то есть поставить там тройник, на него кран со штуцером, чтобы вы не занимали кухонный кран, а чтобы у вас была отдельная подводка для самогонного аппарата. Это самое разумное решение. Вот такой он новый дом Спирт 2. Если я вдруг что-то не рассказал о нем в своем обзоре, что-то упустил, думаю, меня дополнят другие блогеры, у которых, конечно же, выйдут свои обзоры по Дом Спирт 2. А я в следующем видео расскажу вам, как подготовить Дом Спирт к работе. Это важно, особенно для новичков, для тех людей, которые первый раз в жизни купили свой самый первый самогонный аппарат. В своем недавнем ролике я показывал, как готовлю самбуку, макадамию, апероль, кампари, сальсу. А еще в ближайшее время я планирую сделать куантро, блю кюрасао, абсент, ликер мятный. Ну и, конечно же, хреновуху, как без нее. Все эти готовые наборы настоек от алтайского винокура. Если вы заказываете настойки у алтайского винокура на сумму 1950 рублей, то доставка бесплатная. А еще у алтайского винокура акция ⁇ банный набор в подарок. Ну а также масса других товаров, разных настоек, ручной фасовки. Ссылка на все товары будет в описании. Привет, у вас братья самогонщики! Вы на канале самогон от Чегевары. В комментариях новички меня часто спрашивают, а как подготовить новый самогонный аппарат к работе и вообще нужно ли это делать? Да, конечно, новый самогонный аппарат нужно подготовить к работе. И вот как правильно это сделать, я вас сегодня научу. Тем более, что у меня как раз таки есть новый самогонный аппарат. Это Дом Спирт 2. Если кто-то из вас еще не видел, обязательно посмотрите мой ролик обзор на этот самогонный аппарат. Итак, сегодня самогонный аппарат готовим к работе. Обычно подготовка самогонного аппарата сводится промывки внутренних поверхностей всех деталей самогонного аппарата, ну а также к испытанию аппарата на герметичность. Блогеры обычно советуют начинающим самогонщикам взять головы, залить их в куб и в режиме ректификации погонять колонну какое-то время в холостом режиме. Но вот у начинающих самогонщиков, которые первый раз купили свой самый первый самогонный аппарат, конечно же, никаких голов теоретически даже не может быть, потому что никакой ректификации они еще не занимались. Как в этом случае поступать очень просто я вам сейчас покажу технологию промывки самогонного аппарата с помощью пропаривания. Для начала нам нужно будет в куб установить тен. Если же у вас тена нет, а у вас косвенный нагрев, допустим, какая-то плита, то вместо тена ставим сюда кламп с заглушкой. Итак, давайте я налью воду в куб и дальше буду вам по ходу дела уже все показывать и рассказывать. Если будете работать на тене и куб у вас будет стоять на полу, то не забудьте под куб подставить какую-то изолирующую подкладку. Дело в том, что куб сильно нагреется, если он будет стоять вот на линолеуме, как у меня, или на ламинате, то можете испортить покрытие. Если на керамической плитке, то, конечно, ничего не страшно. Ну и если стоит у вас на индукции тоже никаких дополнительных телодвижений не нужно итак смотрите поставил я в куб 6 киловаттный тен естественно 6 киловатт я буду использовать только для нагрева а потом перейду на 3 киловатта больше мне не понадобится Залил 15 литров воды в куб. Почему 15? У данного куба неснижаемый остаток. А это тот остаток, Который покрывает полностью тен. Вот этот остаток составляет 8 литров. Плюс нам нужно будет учесть, что какое-то количество жидкости у нас э, испарится естественным образом при нагреве. Итак, смотрите, напоминаю вам, 1 кВт за 1 час испаряет примерно 1,6 литра воды. Как я вам сказал, я буду работать на 3 кВт. 1 час. Итого за 1 час 3 киловатта испарят у меня порядка 5 литров. 5 плюс 8 получается 13 литров. И 2 литра я добавил еще, как говорится, на всякий пожарный случай. Да, сразу вам говорю, когда работаете с самогонным аппаратом, то старайтесь никуда далеко от него не отходить и постоянно контролировать процесс. Итак, сейчас собираем оборудование. Защелку хомута отрегулируйте таким образом, чтобы она закрывалась с небольшим усилием. Не нужно сильно ее перетягивать. Здесь очень хорошая надежная прокладка, хороший хомут и ничего перетягивать не стоит. Давайте покажу, что у меня в итоге получилось. Итак, сразу же хочу новичкам сказать, что вот эти хомуты, они закручиваются от руки, никаких усилителей не применяем, ни пассатиш, ни ключей, ни отверток. Все, закрутили от руки, все должно надежно держать. Итак, на куб я поставил медную колонну, но это не принципиально, вы можете, конечно, сначала и поставить колонну, где нержавеющие тарелки. Дальше вверху у меня идет трубный разворот, холодильник. Этот кран я закрываю, чтобы отсюда не выходил пар. Дальше к холодильнику я подключил доохладитель. Трубочку ТСА я заглушил, то есть одел силиконовый шланчик и вот такой канцелярский зажим. Все будет держать очень хорошо и надежно. А дальше я опустил шланг в ведро с водой, потому что будет выходить пар, и вы просто в доме устроите баню. Как видите, никакие холодильники я к воде не подключал. Сейчас наша задача пропарить все наше оборудование. То есть в кубе нагревается вода, пар поднимается по колонне, проходит по трубному развороту, по холодильнику, по охладителю и дальше он опускается в ведро с водой, там будет охлаждаться. Вот в таком режиме на 3 киловаттах я буду пропаривать колонну целый час. Поставил, конечно же, термометр, чтобы следить за нагревом куба. Как только у меня куб нагреется порядка 95 градусов, я перейду с 6 киловатт на 3 киловатта. И, в принципе, больше 3 киловатт использовать не стоит. На 3 киловаттах все очень хорошо и великолепно пропарится. Давайте так, как только выйдет на режим на разогрев я вам покажу как у меня идет процесс пропаривания колонны от некоторых самогончиков читаю такие комментарии а нафига вообще этот геморрой нужен что там пропаривать ополоснул водичкой от пыли и все вперед алга дело в том что в самогонном аппарате большое множество сварочных швов и вот как сварка осуществляется, я хочу вам сейчас показать в небольшом видео, чтобы вы поняли, что же мы там все-таки промываем. Сейчас покажу, как привариваем непеля, как э, потом их обесвечиваем и уже финишную обработку. Ну что ж, начинаем приваривать непеля. не знаю видно что-нибудь снимаю через маску ну вот нифиля приварены теперь этот царь идет на обработку сейчас тебе все покажу как это у нас происходит ну так вот мы обрабатываем все это дело химией это делается под вытяжкой, потому что запах нам не горит ну, Все, минут 20-30 и она будет готова. Ну, вот прошло полчасика где-то. Смотри, вот так вот выглядит шов после обработки, после химической обработки. Теперь нужно все это очень тщательно смыть. После этого еще кисточка все это проходится. Ну и как бы дальше уже идет на финишную обработку. Температура в кубе у меня уже 96 градусов. Я перешел на 3 киловатта И как видите, у меня идет такой уже активный процесс пропаривания. На тарелочках виден барботаж в ведре вот такое бурление. Да, кстати, я вам не сказал один важный момент, чтобы шланг не вылетал из воды, нужно конец шланга привязать к чему-то тяжелому. Я привязал его к ложке. Итак, после видео о том, как же производится сварочная работа, я думаю, вам всем понятно, что мы занимаемся не пустым делом. Вопрос остается открытым, насколько тщательно производитель смывает травильную кислоту со всех швов. Ну и тем более, что при сборке какие-то технологические загрязнения могут оставаться на всех поверхностях. В том, что это действительно так, я вас убедю, когда после пропаривания мы с вами откроем куб. Я вам покажу, что там осталось в кубе. Во время пропаривания осмотрите все соединения колонны на предмет, а не травит ли где пар. Если где-то увидите, что какое-то соединение травит, то, естественно, вам нужно будет подрегулировать вот эти соединения, немножечко подтянуть шпильки. У меня уже прошел час пропаривания. Сейчас Отключаю тент, дождусь, пока оборудование остынет, все разберу и покажу вам, что там у нас осталось в кубе. Я снял колонну с куба, открыл крышку, ну и давайте теперь посмотрим, что же там в кубе. Итак, видите, какая мутная вода стала. На ощупь она жирноватая. А вот видите, там, где самая кромка воды, там есть такая черная полоска. Это собрались какие-то загрязнения на стенках куба. Сейчас нужно будет с куба всю воду слить и хорошенечко дополнительно промыть куб с помощью какого-нибудь посудомоечного средства. Ну и хорошенечко его потом ополоснуть. После этого можно считать, что самогонный аппарат к работе готов. Никогда не ленитесь промывать новое оборудование, потому что вся технологическая грязь попадет в конечном итоге в ваш СЭМ. А пока, брать самогончики на этом все. Как всегда, всем ни голов и ни хвостов, чтобы не был на СЭМе. В следующем ролике будем перегонять брагу на самогонном аппарате Дом 2. Я вам покажу, как все сделать правильно. Приветствую вас, брать самогонщики В сегодняшнем видео будем перегонять Брагу на самогонном аппарате ДОМСПИР-2. Это видео, конечно, наверное, будет неинтересно опытным самогонщикам, потому что вряд ли из моего видео они подчеркнут для, для себя что-то полезное. Но вот для новичков я постараюсь раскрыть какие-то нюансы и какие-то секретики. Кстати, если вы не посмотрели мое предыдущее видео... Как подготовить новый самогонный аппарат к работе? Обязательно сначала его посмотрите, подготовьте аппарат к работе, а потом уже вернитесь к этому видео и начните перегонять брагу. Итак, что сегодня будет? Сегодня будет сахарная брага. Я ее буду перегонять на 6 киловаттах. Да, 6 киловатт есть не у каждого. Это как бы такая максимальная и предельная мощность, о которой может мечтать там 90 процентов самогонщиков почему я взял там 6 киловатт потому что мне хочется испытать вот этот холодильник на что он способен сможет ли он справиться с этими 6 киловаттами сразу скажу сможет почему я так думаю потому что это демрот. такие демроты из гофра трубы я уже не раз у себя на канале тестировал и показывают они себя отлично с самой лучшей стороны. Но, тем не менее, мы с вами выясним, сколько при 6 киловаттах этот демрод расходует воды, какова температура спирта сырца на выходе, ну и какие-то другие параметры в помощь демроту. Вот этот доохладитель, это непростой либих, это кожухотрубник. Внутри три трубочки, а это значит производительность э, всей охлаждающей системы увеличится. Итак, давайте я сейчас соберу оборудование, э, поставлю в куб тен, налью браги, ну и уже потом подключусь и кое-что расскажу вам. Куб можно установить прямо на стол, потому что никакой большой высоты у нас здесь не будет. Под куб сразу подложите какую-то негорючую прокладочку потому что куб будет нагреваться и можете испортить а, столешницу я вот видите положил керамическую плитку а под нее вот такой утеплитель все будет надежно если у вас индукционная плита то конечно ничего не потребуется просто ставьте на индукционку установил в куб 6 киловаттный ТЭН. Кран я уже поставил. Я думаю, никого не нужно учить, как кран ставить. Ну, на всякий случай, фум-лента в комплекте. А именно на фум-ленту кран ставится. Фум-ленту закручиваете по резьбе. То есть, по часовой стрелке ее накручиваете. Не нужно накручивать тут какую-то огромную шишку. Иначе будете кран закручивать. Фум-ленту просто вот сюда сгонит. И никакого уплотнения она не даст. Накрутите таким образом, чтобы вы прожали фумленту по резьбе, и резьба немножко поступала, так, э, выступала наружу. И все, кран э, закручиваете, закрываете, потому что одна из первых ошибок э, начинающего самогонщика это не закрытый кран. Не закрыли кран и начинаете наливать брагу. Брага выливается наружу. Итак, давайте сейчас я залью в куб. Браги обычно, смотрите, брагу принято а, заливать на 3 четверти. Ну, допустим, у меня куб 37, почти 40 литров, значит, я а, должен залить 30 литров браги. А, больше заливать, в принципе, не нужно. Но вот если уж очень хочется, можно залить, конечно, и по самые брови, но нужно принять кое-какие меры предосторожности. Какие именно, я вам покажу. После того, как залили брагу в куб, устанавливаем термометр. Заранее его не устанавливайте, иначе будете наливать брагу, обязательно на него нальете. А китайские термометры не любят, когда им на голову попадает брага. Итак, смотрите, большая мощность, 6 кВт. 35 литров в кубе под самые брови залита брага. Если сейчас не принять какие-то меры, то брызгоунос мне обеспечен. Что такое брызгоунос? Брызгоунос это когда... Брага активно закипает и ее частицы, не испарившиеся, забрасываются в отбор. Из-за этого спирт цирец становится мутным. Критично это или нет? Нет, это не критично, но до этого лучше не доводить. Как же избежать брызгуноса? Давайте сейчас покажу вам. Для борьбы с брызгуносом есть вот такое волшебное средство, называется. Софиксил, у меня здесь просто название пеногаситель, все самогонщики его используют, не бойтесь его применять, это пищевая химия, никак не влияет ни на что, абсолютно безопасно. Одной чайной ложечки достаточно на 50 литров браги. Наливаем чайную ложечку в небольшое количество браги, растворяем, перемешиваем, ну а дальше добавляем все это в куб. Все, теперь я уже буду уверен, что никакого брызга уноса у меня не будет. Некоторые самогонщики, старые закваски, говорят, да не надо никакой этой химии, просто берете подсолнечное масло, бухнул туда несколько столовых ложек и все. Не советую вам так это сделать, потому что возможно потом ваш самогон будет отдавать этим подсолнечным маслом. Не поскупитесь на этот пеногаситель, купите бутылочку. Даже если вы будете активно гнать самогон, то на год этой бутылочки вам точно хватит. Так, сейчас давайте я соберу оборудование, ну и потом вам уже все дальше покажу и расскажу. Закрыл куб крышкой. Сильно перетягивать вот этот хомут не нужно. Здесь прокладка очень надежная отрегулируйте застежку так, чтобы она с небольшим усилием застегивалась. Дальше я поставил вот эту колонну с медными тарелочками. Она у нас будет выполнять целых две функции. Во-первых, медь будет на себе собирать соединения серы, которые, безусловно, есть абсолютно в каждой браге. Ну и во-вторых, будет позволять нам следить, нет ли у нас брызга у носа. То есть, если брага начнет сильно пениться, то она, естественно, вот здесь появится в диоптрах и нужно будет, конечно же, уменьшить подаваемую мощность. Дальше я поставил трубный разворот, холодильник Демрота. И давайте сейчас вам покажу, как же правильно в Демрот подключать воду. Это касается не только этого Демрота, это касается абсолютно всех Демротов вот такой Конструкции. Итак, при режиме подстил подводка воды должна находиться снизу. Видите, вот таким образом. Вот этот демрод, конечно же, не позволит поставить его так, чтобы подводка, допустим, оказалась вот в таком положении сверху. Да, Не получится его поставить. Но вот есть много проходных демротов, которые в принципе можно ставить и так и так. Правильное положение вот так. Подводка снизу. Дальше. Где вход воды, где выход воды. Вход воды всегда в спираль. Вот она, видите? А, спираль начинается. В нее вход воды. А, пометьте себе а, какой-нибудь там меточкой. Можете, я не знаю, каким-нибудь лаком нарисовать. Я вот просто кусочек черной изоленты нарисовал и а, намотал. И я понимаю, что вот здесь у меня вход. А, когда его поставлю вот таким образом, он будет работать максимально эффективно. Вода по спирали будет подниматься вверх навстречу пару и уже возвращаться вот по этой прямой трубке. Так, давайте демрот сейчас пристегну и продолжим с вами. Давайте теперь разберемся, как мы будем подключать воду в кожухотрубник. Запомните, в кожухотрубник, где бы он и как бы он ни стоял, в режиме подстил, либо он у вас будет работать в режиме дефлегматора, вода всегда подается снизу, идет вверх и отводится сверху. Почему так? Потому что если вы будете подавать воду сверху, то холодильник быстренько у вас Завоздушится. А, вот в режиме подстил а, кожухотрубник работает всегда максимально эффективно, потому что вода будет двигаться вверх, а пар двигаться вниз а, максимальное а, взаимодействие, максимальный теплообмен будет происходить. А, немножечко по-другому холодильник работает, когда он стоит сверху колонны в режиме дефлегматора. Там получается, что вода и пар движется в одном направлении. И поэтому кожухотрубники в режиме дефлегматора, конечно же, всегда будут проигрывать гемроту. Дим, у гемрота нет такой проблемы. То есть в режиме ректификации гемрот, наоборот, переворачивается. Вот подводка воды будет сверху. Но тем не менее мы будем подводить воду в спираль. И по спирали вода будет двигаться вниз, навстречу пару. Так, теперь давайте я подключу воду, включу нагрев. И мы будем с вами ждать разогрев куба. Пока куб у меня на разогреве. Давайте покажу, как сделать правильную подводку воды. Итак, смотрите, для подводки воды производитель положил в комплект вот этот силиконовый шланг. Учитывайте, что кусочек силиконового шланга нужно будет отрезать для того, чтобы через него собирать уже готовый продукт. Сколько это вы сами решите, ну, сантиметров. 50, а то и 70, не меньше советую вам отрезать. Дальше небольшой кусочек шланга нужно отрезать, чтобы соединить дохладитель и демрот Ну, тут буквально тоже у меня 40 сантиметров. Слишком короткий не отрезайте, потому что короткий отрежете, шланг будет заламываться. Ну, а дальше вы делите все оставшееся на две половины и можете использовать для подводки воды. Итак. Подводка воды. Вода подводится снизу. Дальше она по доохладителю поднимается вверх. С доохладителя выходит и переходит на вход в спираль демрота. По спирали поднимается вверх и уже по прямой трубке отводится вниз. Видите, я здесь подводку сделал не вот этим силиконовым шлангом, а одел просто вот такие соединительные муфты. Потому что у меня уже сделана своя подводка, и делать какую-то новую подводку под силиконовый шланг мне не хотелось. Не забудьте вот сюда одеть хамунты, они идут в комплекте. И вообще я вам советую, прежде чем начать перегон, как раз таки продумать всякие организационные вопросы. А знаете, с чего нужно перво-наперво начать? А начать нужно для того, с того, что вы договоритесь со своими домочадцами. Ну, наверное, самое главное это, конечно же, с женой, потому что если вы с женой не найдете взаимопонимания насчет вашего хобби, то ваше хобби легко закончится даже не начавшись. Поэтому нужно обговорить вопросы, что вы в такой-то день будете такое-то время занимать там кухню, ванну или туалет столько-то часов. Дальше я вам говорил, что в комплекте идет вот такой дивертор, но опять-таки к вашему конкретному итальянскому смесителю он может легко не подойти. Не тот шаг резьбы, резьба может быть не внутренняя, а наружная. Ну, кучу нюансов, поэтому Продумайте подводку воды для вашего самогонного аппарата. Ну и опять-таки нужно подумать, куда включите ТЭН. Если у вас достаточно мощный ТЭН, то э, придется задействовать э, розетку от вашей электроплиты. Э, лучше, конечно, вывести какую-то от нее параллельную розетку. Но, ну, естественно, сверьтесь э, с автоматом, который у вас стоит в щите питания, чтобы все соответствовало. То есть мощность стена соответствовала и автомату, и розетке. Иначе автомат будет выбивать, розетка сгорит. Так, смотрите, у меня уже 85,4. Сейчас скоро пойдет отбор. Так, упал у меня термоконтроллер. Смотрите, я специально его поставил, чтобы температуру спирта сырца контролировать. То есть температура спирта сырца должна быть в пределах 30 градусов. Не стоит делать так, чтобы спирт рез шел сильно горячий. Для этого, конечно же, нужно правильно отрегулировать расход воды в дефлегматор. Давайте я сейчас все настрою и потом вам все это покажу. Я все настроил и давайте с вами займемся замеров параметров. Для начала давайте посмотрим температуру холодной воды. 15,8, почти 16 градусов. Для меня это вообще, знаете, такая нормальная холодная вода, учитывая то, что зимой у меня холодная вода идет обычно 20 градусов. То есть сейчас холодильнику Демрота пожаловаться не на что. Да, хочу ваше внимание обратить на интересный момент. Вот видите на тарелочках идет небольшой барботаж. почему он? потому что есть воздушная дефлегмация. вот здесь часть пара остывает, превращается в флегму, стекает. На тарелочке вот здесь происходит барботаж. хорошо это или плохо. Да это хорошо, потому что идет небольшое укрепление, то есть мы гоним брагу с небольшим укреплением. это хорошо. Так, теперь давайте посмотрим э, температуру спирта сердца на выходе. Видите, вот я здесь так все хорошо э, закрепил. 23,3 градуса. И теперь нам остается померить, сколько же воды расходуют в холодильнике за час. Итак, смотрите, вот такой струечкой бежит вода. Сейчас буду набирать воду в трехлитровую банку. Замерим, сколько воды в банку натечет за одну минуту, потом умножим на 60. Так, я слежу за часами. Так, все, поехали. Ровно одна минута. Шланг, шланг такой горячий довольно-таки. Я думаю, температура должна быть на выходе не ниже 65 градусов. Что это значит? Это значит, что холодильник работает. Если вода у вас на выходе а, такая прохладненькая, то это значит только одно, что а, либо вы неправильно отрегулировали расход воды, то есть открыли ее очень много и нужно убавить. Но если вы убавляете и холодильник перестает справляться с подаваемой мощностью, допустим, там начинает у вас при а, каком-то определенной подаче там температура зашкаливает. За три, значит, у вас просто слабый холодильник. Так, остается буквально 5 секунд. Все, стоп. Итак, сейчас замерю, сколько воды натекло и сообщу вам результат. Я перемерил воду литровой кружкой. У меня получилось, что за одну минуту набежал 1 литр 300 миллилитров. Это значит, за один час вот эти два холодильника расходуют 78 литров воды. Результат, доложу я вам, очень-очень-очень хороший. То есть не каждый холодильник может похвастаться такой производительностью. Можно, конечно, сделать еще один замер и узнать, с какой же скоростью течет спиртцерец, сколько литров в час мы его получаем. Но все это рассчитывается математическим способом. Способ миллион раз проверен и абсолютно точен. Итак, 1,8 литра дает каждый киловатт. У нас 6 киловатт, поэтому сейчас спирт течет примерно со скоростью 11 литров в час. А Кто-то скажет, а вот на сайте у производителя заявлено 14 литров в час. И здесь нужно понимать одну вещь, что производительность а, при режиме подстил зависит напрямую от подаваемой мощности. То есть, если вы будете подавать а, примерно там 7 то это и будет 14 литров в час. Будете подавать больше, будет еще больше. Весь вопрос в том, что сможет ли с подаваемой мощностью справляться холодильник. Опять таки, как я уже сказал, 6 киловатт есть далеко не у всех самогонщиков. Обычно самогонщики довольствуются теном в 3 киловатта. Поэтому 11 литров в час это отличный результат. Ну и теперь остается выяснить один простой вопрос. Когда нужно прекращать погон? И здесь я советую ориентироваться на два прибора. Термометр в кубе и ориометр, которым мы будем измерять спиртуозность в струе. Если ориентироваться по термометру в кубе, то это 100 градусов. Если по ориометру и спиртуозности, то это будет 5% в струе. И поэтому сейчас я гоню до 5% в струе, а это будет примерно 100 градусов в кубе. А потом покажу вам результат. Сколько спирта сырца, какой спиртуозности получилось у меня с 35 литров сахарной браги. Температура в кубе 96,6. Ариометр показывает 5%. Это ариометр АСП-3 от 0 до 40. Поэтому принимаю решение. Погон прекращен. Весь спирт сырец я перелил в куб. Куб, кстати, от Дом Спирт 1. Давайте посмотрим, сколько получилось. Видите, будем считать 14 литров. Ну, а теперь давайте посмотрим, что АСП-3 показывает. АСП-3 показывает. Вот я уже, конечно, посмотрел. Давайте вам еще покажу. 33 процента. То есть, видите, реально здесь было небольшое укрепление, потому что я гнал ну, практически до нуля. Давайте я подведу итоги перегонки Браги. Мне, конечно же, интересно было потестировать вот этот Демрот, посмотреть, на что он способен. Демроту полный зачет. Можно было бы сказать, что да он и 10 киловатт утилизирует, но, как видите, у меня нет 10 киловатт. Если бы у меня еще была индукция, можно было бы включить там 3 кВт индукции, 6 кВт и посмотреть, что он может на 9 кВт. Ну и так понятно, что даже на 6 кВт у него огромный потенциал и еще остается. В следующем видео мы будем с вами заниматься второй дробной перегонкой. И это будет интересно. Приветствую вас, братья самогонщики. Сегодня у нас ректификация на самогонном аппарате Дом Спир 2. Колонна тарельчатая, 18 этажей. И сегодня мы с вами будем делать очень мягкий спирт. Секрет этого мягкого спирта я вам расскажу в конце видео, чтобы вам было интересно. Ну а те, кто не видел два предыдущих моих видео, подготовка самогонного аппарата к работе и правильная перегонка браги на дом спир 2 сначала посмотрите эти два видео а потом уже вернитесь к этому видео посмотрите его и будете делать правильную ректификацию ну что погнали в прошлом видео про перегонку браги я нагнал 14 литров спирта сырца, показал, как это все делается. Ну и, естественно, потом еще для себя сделал одну перегонку. В итоге у меня сейчас есть 29 литров спирта сырца. Я перелью его вот в этот куб Дом Спирт 2. В кубе у меня уже стоит 6-киловаттный тен. Соберу оборудование и все вам покажу. Спиртозность спирта сердца 30%. Для чего это нужно знать? Для того, чтобы правильно рассчитать количество голов, подголовий и тела. Я собрал все оборудование. Давайте сейчас покажу вам. Итак, на куб я поставил 6 медных тарелок. Царгу. Дальше стоит у меня царга с 12 нержавеющими тарелочками. Дальше стоит у меня вот такая вставочка. Ну, она входит в состав этой царги. Вставочка с термопортом. Температура у меня уже 78,2. Колонна, как вы видите, находится у меня в режиме работы на себя. Температура в верхней точке Демрота 36,6. Расход воды мы с вами потом обязательно замерим, сколько. Холодильники расходуют за один час. Естественно, подключил доохладитель. Смотрите внимательно. Доохладитель подключается следующим образом. На кране есть стрелочка. Ну, а если попросту, кран должен не сверху быть, вот здесь, а сбоку. И когда барашек сбоку, это значит, вы подключили все правильно. Так, давайте под, покажу вам подключение воды. Итак, вход у меня воды вот здесь. Подается вниз кажухотрубного холодильника. Дальше вода идет вверх, выходит из кожухотрубника, Дальше попадает в демрод. Видите, у меня здесь стоит меточка. Это значит, вход в спираль. По спирали вода двигается навстречу пару. И дальше уже по прямой трубочке вода отводится. В канализацию вот таким образом я собрал все оборудование сейчас у меня уже колонна поработала на себя наверное минут 30 пока я там все готовил настраивал и сейчас можно уже будет отбирать головы рассчитываем головы по калькулятору вот смотрите с такой колонной легко и просто работать новичкам почему потому что Здесь не нужно придерживаться каких-то правил, которые нужно придерживаться в колонне с насадкой. Ну, допустим, здесь нет особой необходимости выставлять колонну строго по отвесу. Ну, поставили ее, чтобы она стояла более-менее ровно и все. Нет необходимости утеплять колонну. То есть здесь мы не боремся ни с какой дикой флегмой. Здесь, опять-таки, нет надобности использовать регулятор мощности со стабилизацией. То есть, плюс-минус несколько сотен ватт перепады ни, ни на что не повлияют. То есть, вот, кстати, сейчас колонна работает на 3 киловаттах. Ну и, естественно, дефлегматор. В качестве которого выступает димрод, то есть он тоже весьма неприхотлив к перепадам температуры, можно немножечко больше подать воды и не бояться, что если даже сосед у вас там в унитазе спустит воду, то у вас в верхней точке температура сразу подпрыгнет. Нет, ничего подобного не произойдет, все будет очень стабильно. Итак, сейчас отбираю 200. 70 мл голов, ну а по факту я, конечно, отберу 300. Вот видите, уже емкость подготовил. Отбирать буду по капельно, примерно 2-3 капли в секунду. Это и будет составлять примерно скорость 300 мл в час. То есть за час я отберу головы. Подголовья я потом буду отбирать отдельно. А в процессе буду вам включаться и все показывать. Посмотрите, вот такой быстрой каплей я настроил отбор. Ну вот через час по времени приду, посмотрю. Головы должны уже отобраться. Отобрал я уже все подголовья, как видите, подголовья я отобрал тоже побольше. И вам никогда не советую экономить на отборе голов и подголовий. Отбирайте немножечко побольше с запасом. Это будет вот залог опять-таки того, что спирт у вас будет мягким. Потому что мне многие самогонщики жалуются иногда. Вот купил то такой-то самогонный аппарат, спирт получается очень жесткий. Когда начинаешь у них какие-то моменты выяснять, то оказывается они там вот просто как по калькулятору всегда точно-точно отбирают. Отбирайте побольше. Тем более вот допустим подголовье вы все равно пустите на какую-то там дальнейшую ректификацию. Итак, смотрите, колонна у меня уже перешла в режим отбора тела. Отбор тела я настроил со скоростью 2 литра в час. Давайте посмотрим, какая у меня температура устаканилась. Здесь она такая пограничная, видите, 78,4, 78,5 скачет туда-сюда. Что это значит? Ну, если бы вот здесь после запятой была не одна цифра, а две, то, возможно, тут вы показывали сейчас 78,49. Поэтому ориентироваться я здесь буду не на 4, а на 5. ,10. И скачок температуры я буду считать 78,6. Так, давайте в верхней точке дефлегматора посмотрим температуру, все ли там хорошо. Да, как видите, все хорошо, температура 36,4 градуса. Итак, сейчас отбираю тело. Тело мне нужно по калькулятору отобрать 6700, но так как я отбирал и больше голов, и больше хвостов, то я рассчитываю отобрать примерно 6,5 литров ну как у меня будет процесс отбора идти я вам буду конечно же показывать буду обязательно смотреть на диоптри ну то есть когда у меня уже примерно процентов 70 отберется я буду посматривать на диоптры диоптры будут потихонечку запотевать снизу это будет прям визуально видно то есть когда колонна, запотеет примерно наполовину, то, э, скорее всего, случится скачок температуры. Может быть, немножечко раньше, может быть, немножечко позже. И я вам обязательно это покажу. Давайте посмотрим параметры, на которых работает колонна. Так, для начала подаваемая мощность 3 киловатта. Так, температура в царге 78,5. Температура в кубе 78,6. Вот такое вот количество готового продукта у меня уже набежало. Я думаю, здесь как минимум 5 литров есть. Температура в верхней точке 44,5. Да, кстати, я, наверное, вам не сказал, как отрегулировать подачу воды в холодильнике. Поставьте вот сюда в верхнюю точку в трубку ТУСА термометр. Термометр желательно взять вот с таким коротким щупом, чтобы он туда внутрь глубоко не залезал, иначе будут неправильные показания. И отрегулируйте расход воды так, чтобы температура вот здесь в верхней точке была не выше 45 градусов. Если она будет выше 45, то уже начнут через трубку ТУСА пробиваться пары. Предлагаю сейчас замерить расход воды. Давайте сделаем за одну минуту. Посмотрим, сколько холодильники расходуют. Сразу скажу, что у меня Температура воды на входе 25 градусов. Когда я перегонял брагу, температура воды была 15 градусов, и тогда у меня э, не было горячей воды. Ну, то есть нам отключили горячую воду, и поэтому температура холодной воды была э, небольшая. Дело в том, что у нас здесь так по-дурацки сделано, что холодная вода идет в одной теплотрассе в увязке не только с отоплением, но и с горячей водой. С одной стороны, вроде как неплохо, да, можно холодной водой почти мыться, но ну, а с другой стороны, вот когда занимаешься перегоном, то это не айс. Итак, замеряем за одну минуту. Я засек время. Видите, вот такая небольшая струйка. Сейчас вода наберется, я потом возьму вот перометр, по температуру воды на выходе. Температура воды спирта. Зам... Температура говорю воды спирта. Температура спирта 24 градуса. То есть, вот при входной воде в 25 вот такие параметры. Так, полминуты уже прошло. Я думаю, что все-таки расход воды будет даже для 3 киловатт при такой холодной воде вполне какой-то разумный расход должен быть. Ну, не знаю, навер наверное, порядка 60 литров, а может быть и меньше. Нет, скорее всего меньше. Итак, осталось 5 секунд. Все, стоп. Давайте сейчас посмотрим. Так, чтобы шланг не вырвался. Посмотрим воду, а потом я пересчитаю итак 800 миллилитров но тут на, 70, на 50 миллилитров больше показывает кружка сейчас все посчитаем давайте-ка сразу температуру воды замерим итак смотрите 62 градуса показывает то есть хорошие результаты видно что холодильник работает Как я уже сказал, эта кружка привирает на 50 миллилитров, то есть по сути здесь... 700 миллилитров. 700 миллилитров умножаем на 60. Итого получается, что два вот этих холодильника, дефлегматор и доохладитель расходуют 42 литра в час. Результат э, более чем хороший, учитывая, что, как я уже вам говорил, вода на входе 25 градусов. 87,9 температура в кубе. Температура в царге 78,5. Я уже, смотрите, отобрал 6 литров. Сейчас я буду регулярно менять емкость. Наверное, буквально через каждые 5 минут буду сливать все, что набежало. Потому что, потому что я уже вижу, что запотел раз, два, три. И 4 будем даже считать цилиндра. Вот это э, подходят хвосты, они бли... довольно-таки быстро движутся. И вот в конце погона за этим нужно следить. Ну и следите, конечно, за скачком температуры. Опять-таки я сказал, как только запотевание доберется до середины колонны, это, скорее всего, будет скачок температуры. Я вам это потом покажу. Ну а сейчас, вот, как я уже сказал, буду почаще просто емкость менять. Давайте я вам покажу, докуда уже поднялось запотевание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть вся медная колонна уже запотела. И вот вижу на первом диоптре 12-этажной колонны тоже вот здесь запотевание. Так, за это время вот сколько еще отобрал? Ну, я думаю, здесь с пол-литра. Так, температура пока 78,5. Вот буквально стою возле колонны, никуда не ухожу, слежу, как только замечу скачок, сразу же закрываю кран. Вот здесь, как я уже сказал, регулярно из этой емкости сливаю вот сюда. Ну вот смотрите, очень четко я поймал скачок температуры, стоял, смотрел. Как только шестерочка показалась, видите, она 6.5, 6.5. Все, я отбор уже прекратил. Сейчас, знаете, как в принципе можно немножечко подожимать, то есть дать колонне минут 20 поработать на себя, чтобы вот здесь температура устаканилась опять 78.5. Видите, она сейчас 78,5-78,6. И попробовать еще опять до первого скачка подожмать. Ну вот, исходя из моей практики, дожать можно будет буквально 200 миллилитров. Кстати, а давайте посмотрим, что там температура в кубе. Смотрите, как интересно. Температура в кубе 89,2. Так, смотрим, что запотело. Так, вот хорошо запотело... Самая нижняя тарелочка. Ну и здесь я не вижу вообще пока что запотевания. Вот выходит 6-7 этажей. 7 этажей из 18. Ну практически половина. Давайте вот сейчас я еще дам колонне 20 минут поработать и потом еще что-то попробую дожать. Колонна у меня поработала на себя, наверное, минут 30. Я дождался пока здесь стабильно стала пятерочка, то есть не стало мигания такое 6-5. Да, смотрите, по запотеванию. Запотевание ушло, запотевание только есть вот сейчас на двух этих тарелочках. Сейчас веду отбор со скоростью примерно полтора литра в час. Итак, до первого скачка температуры, ну а потом погон прекращается. Так, температура сейчас в кубе у меня 89,5. и В принципе, весь расчетный спирт я уже отобрал. Ну, сейчас дожму еще какие-то крохи. Стоял опять-таки у колонны, смотрел на термометр. И э, вот здесь начала, видите, циферка перескакивать. 5, 6, 5, 6. Давайте посмотрим э, на запотевание. Так, э, нижняя колонна медная полностью запотела. И вот здесь, видите, запотели два диоптра. А отбора, естественно, уже прекратил. И на этом все. Больше я ничего отбирать не собираюсь. Так, давайте посмотрим, что у меня тут получилось. Так, ну, нужна мерная кружечка. Но я думаю, здесь гарантированно литр есть. Сейчас посмотрим. Так, давайте перелью. Так, будем считать 900 миллилитров. Ну и того, вообще по калькулятору у меня надо было отобрать 6 литров, 700, по-моему, 50 миллилитров. Я говорил, что даже если 6,5 половиной отберу, это будет замечательно, так как я отбирал с большим запасом и головы, и подголовье. Ну, видите, вот отобрал даже... Наверное, на 200 миллилитров больше так что результатом погона я полностью доволен а сейчас самый интересный момент конечно же всех интересует какой же спиртозности получился спирт давайте посмотрим 19 градусов температура спирта ориометр у меня ас асп один со шкалой 90-100. Ну и давайте посмотрим. Итак, если внимательно присмотреться, то показывает 95,9. С учетом коррекции, пусть это будет 96. Не будем придираться к каким-то сотым. В чем же секрет мягкого спирта? Все очень просто отбирайте побольше голов, подголовий, заканчивайте вовремя погон. И еще один маленький секретик открою вам. Не гонитесь за цифрой 96,6. Потому что все опытные самогонщики знают, что 95% спирт пьется мягче, он заходит легче. И даже по своим органолептическим свойствам он гораздо вкуснее. Ну а вот для перфекционистов, которые не признают ничего, кроме 96,6, в следующем видео я сделаю перегон уже на 30 тарелках, и вы будете довольны результатом. А я Витальсона говорю: самогонный аппарат vane 6 Pro простой и надежный в использовании. Гарантия российского производителя 10 лет. Отличное качество. Продуманная комплектация. Погрузись в самогоноварение вместе с Wayne 6 Pro. Переходи на сайт по ссылке в описании. Виталь, а зачем ты купил себе два самогонных аппарата Дом Спирдон? Я хочу сделать так два комплекта колонн состыкую с друг другом. Это будет уже 36 тарелок и на них приготовлю ректификат. Ну реально, еще на 36 тарелках никто ректификат не делал. Кстати, вы Витальсона можете легко переплюнуть. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и заказывайте любое количество колонн, хоть 10 штук и у вас будет целых 180 тарелок. Вот тогда вы умоете абсолютно всех алкоблогеров. Не забудьте, кстати, подписаться на мой канал. Там уже есть обзор на новый Дом Спирт 2. Приветствую вас, братья самогонщики! Вы на канале Самогон от Чигевары. В прошлом своем видео я делал ректификацию на колонии Дом Спирт. Было у меня 18 тарелок. И вот кое-каким перфекционистам не хватило 0,6% на спиртуозности, чтобы признать, что получился спирт. Они мне писали, да нет, конечно же, 96% это не спирт. А вот если было 96,6, вот это настоящий спирт. Ну что ж, для тех, кому, как говорится, всегда не хватает и нужен догон, догон будет сегодня. 30 тарелок. То есть я поставил дополнительную саргу. 12 тарелок. 18 плюс 12 30. И сегодня обязательно получим тот самый гостовский медицинский, ну или какой там еще вы себе придумаете спирт. Кстати, я хочу вам сразу сказать, если даже вам удалось выгнать 96,6, то спирт, простоя даже вот в такой банке, вот с такой а, крышкой твист а, через месяц буквально уже у, станет у вас 95%. Вот так, такие чудеса. Итак. Давайте сейчас вам все покажу. Для моего эксперимента есть у меня 35 литров спирта сердца. Видите, налил в куб под самые брови. Спирт сырец из сахарной браги. Спиртозность его 28%. Сейчас соберу оборудование и потом уже все вам детально покажу. В кубе у меня стоит 6-киловаттный ТЭН. Сейчас я поставил на полную мощность. Все разогревается. Видите, 68,9 температура. То есть уже буквально градусов через 10 пойдет барботаж на тарелочках. Сначала поставил на куб царгу с медными тарелочками. Она 6 этажей. Дальше идет царга из тарелочек нержавейки. 12 этажей. Это уже 18 и сверху еще одна царга, 12 этажей, тарелочки нержавеющие. Итого получается 30 этажей. Посмотрите, высота получилась 2 метра 35 сантиметров. То есть в стандартную квартиру, в стандартный потолок эта колонна войдет. Сейчас, как я вам уже сказал, куб на разогреве. Как только увижу, что пошел на тарелочках барботаж, пошел возврат флегмы, я переведу регулятор мощности на мощность 3 кВт, дам колонии стабилизироваться минут 30-40 и потом уже начну отбор голов. Для этого я уже все подготовил. Вот, пожалуйста, емкость у меня для голов. Головы и подголовья я буду отбирать отдельно и рассчитать все очень просто, если вы пользуетесь калькулятором, который есть на сайте C2H5OH. 81,2 градуса температура. Смотрите, пошел на тарелочках барботаж. Обычно на короткой колонне тарелочной. Ну как на короткой вот на этой колонне, где было 18 тарелок, барботаж начинался вот с самой-самой верхней тарелочки и потихонечку опускался вниз. А вот здесь, смотрите, все совсем наоборот. Барботаж начался где-то посередине. Видите, вот в самом низу на тарелочках нет барботажа. Начался он посередине и потихонечку стал подниматься вверх. Для меня это тоже интересно, потому что на тарельчатых колоннах я работал достаточно много. Но вот на 30 тарелках работаю, если честно сказать, первый раз. Как бы, ну, никогда не было такой задачи, чтобы сделать вот такую высокую колонну. Да, сразу скажу, что 30 тарелок это, конечно же, не предел. Мы с вами поработаем еще и, думаю, на 50 тарелках. А вообще, надо ли стабилизировать тарельчатую колонну? Да, конечно, надо. Да. Давайте вам покажу. Ну, вот смотрите, допустим, вот эта тарелочка, вот эта тарелочка, вот эта. Видите, вот здесь идет явный захлеб. То есть флегма забрасывается прямо на верхнюю тарелочку. А вот здесь идет такой слабенький слабенький барботаж и вот чтобы э, все это выровнялось чтобы на тарелочках было одинаковое кипение э, нужно какое то время э, я вам потом чуть чуть попозже покажу когда колонна стабилизируется что все пришло в норму и на всех тарелочках кипение равномерное нет никакого захлеба и нет никакого там какого-то маленького кипения. Прошло 35 минут. Давайте я вам покажу, что колонна у меня стабилизировалась на всех тарелочках. Можно видеть, что кипение абсолютно одинаковое. Ни на одной тарелочке нет захлеба. Флегма не забрасывается на верхнюю тарелку. То есть все очень хорошо. Температура в верхней точке, давайте попытаюсь вам ее показать, 37,5. Температура нормальная. Не советую вам держать там температуру выше 45 градусов, потому что будут прорываться пары наружу. Температура в ЦАРГе 79, 79, 79,1. Такое пограничное состояние. Как вы уже поняли, я отбираю головы. Вот так у меня капает. Можно даже каплю чуть-чуть сделать почаще. Температура в кубе. Так, смотрим. 82,6. Итак, сейчас отберу головы. Порядка мне 300 мл нужно отобрать. Ну, наверное, отберу миллилитров на 100 больше. И потом уже буду отбирать подголовья. Ну, естественно, буду время от времени включаться и показывать вам процесс. Да, кстати, не показал вам подаваемую мощность. Работаю сейчас на 3 киловаттах. То есть 3 киловатта это нормальная рабочая мощность. Именно вот для этой колонны. Отобрал я уже головы отобрал подголовье сейчас отбор настроил со скоростью 2 литра в час хочу вот немножко в кружку отобрать, чтобы наполнить мерный цилиндр и сразу же посмотрим какая же спиртуозность идет. Хотел замерить спиртуозность и показать вам медицинский спирт по госту 96,6, но вот возникла небольшая проблемка сами смотрите а вот эти два спиртометра асп1 со шкалой 90 100 в разбеге показывают плюс-минус 4 десятых градуса в отношении друг друга. Так что сами понимаете, брать и замерять вот такими приборами какие-то там десятые градуса высчитывать погрешность, тем более что у каждого калькулятора еще по-своему эта погрешность по температуре рассчитывается, занятия весьма бессмысленно И предлагаю этим не заниматься. Отобрал я уже 6 литров. Давайте посмотрим температуру в кубе. 92,9, ну то есть почти 93. Сейчас, как вы видите, я уже отбираю в отдельную емкость. И емкость эту сейчас нужно будет регулярно менять. Я пока вроде как не вижу запотевания даже на нижних диоптрах, но э, запотевание пойдет очень быстро. По калькулятору мне нужно отобрать еще вот 700 миллилитров вот эту баночку. то есть э, думаю, что я сумею ее отобрать. в любом случае видите скачка температуры пока еще нет, 791 температура стабильно держится. Сейчас буду внимательно посматривать за термометром. Как только температура скакнет на одну десятую, закрою кран отбора. Дам колонне стабилизироваться примерно с полчаса. Ну и там уже со скоростью 1 литр в час до второго скачка температуры постараюсь дожать еще какое-то количество спирта. Вот такой план работы на ближайшее время. Идите и всем расскажите, что Чегевара все доказал. Я слежу не только за температурой в колонне, но и за температурой в кубе. Посмотрите, 93,4 температура растет. И вот я заметил, смотрите, диоптры начали уже запотевать. Раз, два, три нижних диоптра уже запотели. То есть сейчас нужно быть возле колонны. Смотреть за температурой в колонне, смотреть за температурой в кубе. Ну и смотреть, конечно, за запотеванием диоптров. Они подсказывают о подходе хвостов. 94,2 температура. Давайте покажу вам, как запотели диоптр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 и даже вот на 10 я уже вижу запотевание. Давайте посмотрим температура 79,3. Был скачок температуры, естественно, отбор я закрыл. Так, посмотрите, я уже отобрал, ну, я думаю, тут порядка 600 миллилитров уже есть. Э, ну вот это вот я не буду сливать в баночку, потому что э, немножечко, как говорится, буквально на пять минут отошел от колонны, подошел посмотреть уже скачок температуры. Это на ректификацию сейчас колонну, как я вам сказал, стабилизирую полчасика поработает и потом с легкостью доберу вот эту э, расчетную емкость в 700 миллилитров. У меня произошел второй скачок. Давайте покажу вам, сколько до второго залета температуры я успел отобрать. Вот эта баночка 800 грамм. Ну, 700 грамм я точно отобрал. Плюс, смотрите, трехлитровые банки под самую завязку. То есть вот все, что положено по калькулятору, я уже 100% отобрал. А вот стоит ли после второго скачка еще стабилизировать колонны, что-то дожимать? Нет, не стоит. Видите, вот а, запотел. Вот этот диоптер, это 18 диоптров снизу, 19 запотел. Ну вот а остальные вроде одна треть колонны не запотела. Но а, чтобы она восстановилась, вот сейчас видите 88 и 7. Нужно значительное время, может быть, даже час надо, чтобы колонна работала, чтобы она восстановилась, вернулись исходные значения температуры. И потом, наверное, можно будет еще и вряд ли даже 200 грамм отобрать. Так что погон на этом я заканчиваю. Результатом доволен. В комментариях обязательно напишите, почему ваше старое оборудование перестала вас устраивать и вы заказали новый дом спир 2